Спасибо, Дмитрий. В новом микрорайоне Кузнечки города Подольска, построенном для военнослужащих, уволенных в запас, находится средняя общеобразовательная школа номер 32. Она расположена на историческом месте. Здесь располагался 177-й авиационный истребительный полк. С этого аэродрома взлетали самолеты в годы Великой Отечественной войны. Встречаем с музыкально-танцевальной композицией воспитанников этой школы. Талалихин Виктор Васильевич. Дата рождения 18 сентября 1918 года. Место рождения – село Тепловка, Вольский уезд, Саратовская губерния. Военный летчик, заместитель командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса войск ПВО территории страны. Младший лейтенант. Герой Советского Союза.
погиб геройски в огненном бою.